Давайте, друзья, теперь сделаем расчеты для кардигана. В этом кардигане связано 13 рапортов узора. И в готовой кокетке у нас 281 петель. От 281 петель отнимем количество петли одну планку. Это у нас 8 петель. Остается 273 петли. И это 273 петли мы считаем 100%. И из этой петли мы сделаем расчеты на распределение петель. Здесь то же самое. 38 петель, имеется 2 рукава. Значит, 273 умножаем на 38% и делим на 100. Получится около 103 и чем-то петель. Чтобы разделить на 2 рукава, мы берем петли в четном количестве, тогда получится 102 петли. 102 петель мы делим на 2 рукава, у нас получится в одной рукаве по 51 петель. Теперь мы будем определить количество петель тела кардигана. Для этого из 273 отнимем количество петли 2 рукава, 102. У нас получится 171 петель. Это число мы делим на спинку и наперед, на две части. И у нас получится одна часть 85 и одна часть 86. Четное количество мы берем для переда, чтобы разделить на две полочки, поэтому она должна быть в четном количестве. А эту часть мы берем для спинки. Вот у нас готова петля 1 рукава, петля спинки. Теперь петли переда. На эту сумму должны суммировать вот эту цифру, которую в начале расчета отнимали 8 петель одной планки. Это 8 мы будем добавлять наперед. У нас получится 94 петли. И эту сумму мы будем делить на 2 полочки. Получится 1 полочка по 47 петель. И схематично у нас будет выглядеть вот таким образом. Спинка 85 петель, рукава по 51 петель и полочки по 47 петель. И всего у нас здесь было 281 петель. И проверяем, когда будем суммировать эти цифры, у нас должен получиться 281 петель. Если вдруг будет ошибка, тогда проверяйте свои расчеты. Еще один нюанс объясню, друзья. Здесь могут быть разные цифры. Самое главное, вот эта цифра должна быть у вас в четном количестве. Вы спокойно можете одну петлю туда-сюда добавлять, отнимать. И здесь у вас расчеты получатся правильно, и вы будете спокойно распределять петли кокетки на части кардигана. И еще здесь хочу сказать, друзья, если вдруг вы решитесь еще после кокетки провязать регланные линии, вот как здесь я вам показала, по регланной линии будете добавлять еще петли и будете расширять тело и рукава. А тогда эти регланные петли я всегда беру от тела кофточки. Передние регланные петли беру от полочки. Значит, здесь будет 46 и одна петля пойдут на регланные петли. А спинные часть регланные петли я беру от спинки. Значит, здесь останется 83, петля будет идти на регланные линии. Вот таким образом мы будем распределять петли кокетки. Друзья, для вашего удобства я приготовила такие таблицы. Эти таблицы вас освобождают от расчетов. Первая таблица для пуловера с круглой кокеткой, когда мы вяжем цельной полочкой. Объясню коротко. Вот первая графа. У нас идет количество рапортов. Какое количество рапортов вы планируете вязать свою кокетку? А вторая графа, на это выбранное количество рапортов, сколько петель вы должны набирать в начале кокетки. А следующая графа идет, когда вы будете набирать количество петель, когда вы начнете узор с 5-го ряда. А когда вы будете начинать узор с 5-го ряда, у вас в раппорте узора в начале будет по 9 петель. И когда вы начнете с 5-го ряда, ваша кокетка укорочится на 1,5-2 сантиметра. Следующая графа – это графа общее количество петель в конце кокетки, соответственно, на ваше количество раппорта. И следующая графа у нас идет распределение петли кокетки на рукава, перед и спинку. Вторая таблица для кардиганов с круглой кокетки. Все графа одно и то же с первой таблицей. Только здесь добавлена одна графа, сколько петель мы набрали для планки. В моем образце планки по 10 петель. И все эти расчеты делаются исходя из количества этих петель по 10. Если вдруг у вас здесь будут другие цифры, друзья, тогда все эти расчеты будут по-другому. Имейте в виду. Теперь, друзья, я буду вам показать на практике, как мы будем вязать некоторые знаки на схеме. И вам покажу по отдельности, как вяжется, когда мы вяжем по кругу и когда мы вяжем с разворотным вязанием в кардигане. Из 3 петель образуем 5 петель. Для этого 3 петли провяжем вместе и будем ввязывать 5 петель. Когда в начале, на первом ряду, по схеме вы будете провязывать 3 петли вместе, образуя 5 петель. А когда мы будем провязывать этот знак в других рядах, друзья, вот посмотрите. Здесь вот видно, который мы в прошлый раз образовали 5 петель. Теперь мы должны опять провязывать вместе 3 петли. И здесь мы берем вот эти центральные 3 петли. И крайние по одной петле мы провяжем по схеме. И центральные 3 петли провяжем вместе и образуем 5 петель. Сперва переправим эти 3 петли. Первая петелька, потом берем накид, вторая петелька, третью провяжем, четвертый накид и пятая петелька. Отпускаем все эти три петли. И на следующем ряду эти петли и накиды будем провязывать по отдельности. Шишечка. Из одной петли образуем 5 петель. Одна петля, накид, вторая, провяжем одну петлю, третья, накид и пятая петля. Теперь 4 петли проводим на левую спицу. А последнюю петлю провяжем лицевой петлей. И эту петлю тоже проводим на левую спицу. И остальные 4 петли будем надевать на эту первую петлю. И эту первую петлю опять провяжем лицевой петлей. И на следующем ряду, как провяжем эту петлю, есть свой нюанс, друзья, я вам это тоже покажу. Вот петелька шишечки, да? Вот видите, правая стенка смотрит на нас, а левая стенка за спицами. И мы провяжем за левые стенки. Вот берем так левую стенку и провяжем лицевой петлей. И хорошенько протянем нить, чтобы не было такие дырочки. А разворотным вязанием на изнаночной стороне петли шишечку провяжем таким образом. Вот видите? Правая ножка петли смотрит на нас, а левая ножка находится за спицами. И мы провяжем вот это за левой ножки петли. Берем левую ножку и провяжем изнаночной петлей. И тогда здесь у нас петелька будет провязываться с крашенной изнаночной петлей. Три петли вместе в круговом вязании. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и сразу берем, переправляя. И вторую, третью петлю провяжем вместе с наклоном вправо. Заходим с левой стороны, охватываем обе петли и провяжем их вместе. Потом первую петлю будем делать протяжку на эту петлю. Три петли вместе в разворотном вязании. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Вторую и третью петлю переправим, перепоставим. Эти две петли провяжем вместе с наклоном вправо. И первую петлю сделаем протяжку. А когда мы вяжем кардиган, мы вяжем разворотными вязаниями. Тогда 54 и 56 ряд получается на изнаночной стороне полотна. И как мы вяжем? Здесь на схеме показано со стороны лицевой стороны. А когда вяжем эти ряды, Здесь все вяжется наоборот. На лицевой стороне мы вяжем справа налево, а на четных рядах на изнаночной стороне вяжем слева направо. И знаки тоже мы вяжем наоборот. Лицевые петли вяжем изнаночными петлями, изнаночные петли вяжем лицевыми петлями. Накид вяжется накидом. А вот этот знак вяжется 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном вправо. А это 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном влево. Вязание начинается с петли симметрии. Вот с этой петлей. Здесь у нас будет петли планки. Потом начинается узор. Вяжем петли симметрии. Потом начинаем раппорт узора. Как закончим один раппорт, продолжим вязание со следующего раппорта. Вот с этой петли. Вот так мы будем вязать, сколько раппортов у нас есть в кокетке. И когда мы вяжем последний раппорт, тогда мы заканчиваем вот здесь, первую петлю раппорта. И потом здесь у нас пойдут петли планки с левой стороны кардигана. Давайте сейчас я вам покажу первый раппорт, 54 ряд. А 56 ряд вы потом спокойно сами самостоятельно сможете вязать. Значит, после планки здесь идут 5 изнаночные петли. Здесь у нас 8 петель планки, потом 2 петли предпланочные петли. Вяжется 1 петля всегда лицевая, 1 петля всегда изнаночная. Начинаем узор. 5 изнаночные петли. Теперь вяжем 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном вправо, в правую сторону. Для этого обе петли перепоставим. Заходим со стороны второй петли. Охватываем обе петли и вяжем изнаночной петлей. Проверяем на лицевой стороне. Вот видите? Вот здесь тоже у нас было 2 петли вместе с наклоном влево. И это тоже с лицевой стороны получилось 2 петли вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Накид. Лицевая петля. Изнаночная. Лицевая. Накид. 2 изнаночные. Вяжем 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном влево. 2 петли берем и вяжем изнаночной петлей. Проверяем на лицевой стороне, когда посмотрим. Вот видите, вот 2 петли вместе с наклоном вправо получилось. После этого вяжется 5 изнаночные петли. И вот мы закончили один раппорт узора.